Всем привет, еще минутку ждем и начинаем. Так, ну что, время начинать. Всем еще раз привет. Это семинар по курсу, первый семинар по курсу «Основы глубинного обучения». И да, рад всех вас здесь видеть. Может, даже и услышимся. У нас сегодня первый семинар, и у него две задачи. Первая задача – это немножечко с вами познакомиться. А вторая задача это, собственно, провести сам семинар, рассмотреть там, материал по той лекции, которая у вас была на прошлой неделе, по первой лекции. Ну и обсудить всякие организационные моменты по тому, как мы вообще в целом будем проводить эти семинары. Да, для начала давайте с вами познакомимся. Насколько мне сообщили, в этой группе в основном ребята из с экономического факультета, да? Поправьте меня, если я сказал что-то не то. А как ваш факультет, ну, правильно называется? Он же, наверное, не просто экономический, а там как-то какая-нибудь международная экономика или что-нибудь? И какая у вас программа? Вы можете прям говорить, не стесняйтесь, не обязательно писать. Я, правда, не знаю, вы можете говорить? Должны, по идее. Так, факультет экономических наук. Окей, хорошо. А, вы из разных городов. Клево, клево. Интересно. Хорошо, супер. А скажите еще, пожалуйста, а какой вы курс в основном? Я так понимаю, что вот эта программа, она же, Мы ну, все третий. все третий. То Да. есть там нету... А, окей, хорошо. Я почему спросил, потому что у меня там на другом курсе у ребят из РЭШ, там у них тоже курс машинного обучения, он необязательный, и туда приходят ребята там со второго, третьего и четвертого курсов. Вот. Но это у Раш особенности. У нас же это майнер, поэтому тут только Ага. третий курс. А, окей, хорошо. Хорошо, третий курс. Супер. Здорово. Хорошо. Так, еще один тогда вопрос. Ну, обычно ребята из экономических факультетов, с экономических специальностей, они прям, ну, они прошарены в математике. То есть я ожидаю от вас, что вы там хорошо помните, в принципе, математику как таковую в целом, но матан, и в особенности статистику, потому что она у вас много где встречается, и в эконометрике, например. Ну, статистики у нас как таковой или там сложной математики в этом курсе у нас не предвидится. Она чуть-чуть будет весной, если кто-то из вас продолжит ходить на майнер. Там будет одна либо две лекции, где нужно будет вспомнить немного статистику, но это еще не скоро. Но зато в этом курсе у нас будет много питона. И вопрос, да, питон же вы тоже все знаете, все хорошо. Ну, было.
Было. Какие-то курсы были. Отлично, супер. Не удивляйтесь, что я спрашиваю такие вопросы. Лучше там сразу узнать, там, что вам нужно повторить, чтобы вам было просто комфортнее на курсе потом. Потому что вот опять же были случаи, когда ребятам просто нужно было, например, показать, как, чтобы они вспомнили, как брать производные по векторам, чтобы им, например, линейная регрессия была более понятна. Вот. Это абсолютно нормально. Так, тут вопрос. Насколько полезна статистика в нейронках? В первую очередь в нейронках нужна линейная алгебра, потому что когда мы обсуждаем нейронки, их математику, то там важно в первую очередь уметь брать производные от векторных и матричных выражений. Ну, например, производные по вектору. Там, потому что когда мы оптимизируем нейронки, нам нужно брать производную по вектору весов нейронов. Точно так же, как и в линейных регрессиях на самом-то деле. Разного рода преобразование признаковых пространств, матричное дифференциирование. Да. Вот это в первую очередь нужно знать, чтобы просто вы понимали, как вообще, например, обучаются модели машинного обучения. Ну, например, вот градиентный спуск, мы сегодня его тоже немножечко посмотрим, но мы ну, с программной точки зрения его посмотрим, ну, если что, вспомним чуть-чуть теорию. Вот там как раз вот такой пример, что нужно помнить, как брать производные от векторных и матричных выражений. Из статистики. Ну, важно знать теорию вероятностей всякие там, да, то есть какие есть что такое вероятность, какие есть распределения, там особенно важно знать там, про нормальное распределение, и какие-то их свойства. Ну, например, там, чему равна там, вероятность распределения суммы двух там, случайных величин или суммы нескольких случайных величин. Вот такие штуки тоже полезно знать, потому что они периодически где-то встречаются. Вот. Но опять же, повторюсь, в нашем с вами курсе вот осенью не предвидится какой-то такой сложной статистики именно. В тех местах, где она будет возникать, ну, мы вам будем напоминать, тут не переживайте. Так. Окей. Тогда, так, может, у вас еще есть какие-нибудь вопросы по организации? По материалам того, что у нас будет вообще по курсу. Вопросов нет. Да? Окей. Хорошо, тогда давайте дальше по курсу. Значит, напоминаю, если вдруг вы не видели еще, у нас есть страничка на Вики для курса «Основы глубинного обучения 2023». Там мы будем собирать всю необходимую информацию по курсу. Какие-то ссылочки уже есть, какие-то ссылки еще появятся. Табличка с преподавателями, ассистентами и ссылочками тоже обновится. Но для нашей группы там уже вроде бы все есть. Вот ждем еще invite when task. Правила выставления оценок здесь прописаны, но я думаю, вам на лекциях уже это рассказали. Здесь же будут появляться материалы по лекциям и слайды и записи лекций, а также семинаров по мере того, как они будут выходить. Вот. Если что, поскольку курс не первый год идет, то есть материалы прошлых лет. Вот здесь есть ссылка на эти страницы. И здесь вы можете найти там, материалы прошлых лет, посмотреть, какие были лекции, какие были семинары. И в частности, здесь есть, например, ссылка на репозиторий. Вот он мне открыт. Давайте я здесь открою. В этом репозитории у нас тоже хранятся все материалы за все предыдущие годы и за этот год в частности. Вот здесь уже лежат две лекции и сегодняшний семинар здесь лежит. Вот. Семинары мы будем... То есть если вы вдруг потеряли материалы, либо хотите скачать себе вот эту тетрадку семинара, чтобы ее позапускать у себя
локально. Вот отсюда, пожалуйста, качайте. А мы будем все тетрадки с вами запускать на коллабе. Мы, по крайней мере, проверяем, что все тетрадки, которые мы вам показываем, они запускаются на коллабе. Ну, и сразу предупреждение, что если вы вдруг... То есть вы тоже можете запустить их в коллабе, они у вас тоже запустятся. Но если вы будете запускать их где-то локально, там у себя на компьютерах, то там успех будет уже зависеть от того, как настроено у вас окружение на компьютере, программное окружение. Так, вопрос. Нам понадобятся какие-то особенные вычислительные мощности? Нет, не понадобится. Нам будет достаточно того, что нам дает коллаб. Вот. В большинстве задач, большинство задач у нас не очень ресурсоемкие, поэтому мы быстренько все будем здесь обучать. Но, возможно, там где-нибудь ближе к концу семестра и особенно в продолжении весной, там иногда будут у нас попадаться задачи, которые будут достаточно долго обучаться в коллабе. Ну, долго, например, минут 10 мы будем ждать, пока обучится моделька. Просто потому, что сами задачи такие, вот они трудоемкие, ресурсоемкие, а в коллабе ресурсов не очень много. Но в любом случае, за семинар это все реально пройти. Мы специально так составляем для вас семинары, чтобы это было возможно. Вот. Ну, сегодня, в частности, нам особых ресурсов вообще не понадобится. Мы сегодня так знакомимся с PyTorch и в конце просто дойдем до простой полносвязной сетки. Так, еще вопрос в чате. А в рамках курса будет как-то затрагиваться перераспределение вычислений между CPU и GPU? Если я, например, на локальной машине запускаю. Но отдельно это не будет происходить, это будет происходить по ходу того, как мы с вами будем разбираться с тем, как работает PyTorch, как запускать нейронки на PyTorch. И там вот, когда мы будем писать эти нейронки, там нужно будет в некоторых местах там явно либо неявно указывать, где считать, где проводить вычисления, на CPU либо на GPU. Ну, какое-то погружение именно в то, что происходит под капотом, этого не будет. Хорошо, тогда погнали с вами по семинару. Прежде всего, это то, что мы будем делать каждый раз. Нам нужно проверить, что у нас среда выполнения правильная. Сейчас объясню, что такое правильное. Берем вкладку «Среда выполнения», «Сменить среду выполнения», «Среду». И здесь вот нам нужно выбрать GPU. Тут стоит T4, ну пусть будет T4. На самом деле, остальное мне недоступно. Ну окей. Иногда мы будем это проверять, потому что иногда стоит CPU, ничего страшного не произойдет, если вы поставите CPU, но просто нейронки будут обучаться чуть помедленнее. Так, здесь у нас все правильно, поэтому мы сохраняем, ничего менять не нужно. Погнали запускать наши стандартные библиотечки. NumPy, Pandas, Torch, Matplotlib, TQDM, там для отрисовки. А, да, вот еще вопрос. А с PyTorch кто-нибудь уже знаком? И вообще там, может, с нейронными сетями, может, уже кто-то что-то знает? Не знаком. То есть все пришли. Ага. То есть первый раз про них слышите, нигде, например, на каком-нибудь курсе по введению машинного обучения вас с ними не знакомят. Окей, хорошо. Так, слышали слова. Ну, это уже что-то. Так, хорошо.
Значит, знакомство с PyTorch. Наша основная задача с вами на сегодня это именно познакомиться с PyTorch. Но начнем мы с ним знакомиться с того, что вспомним NumPy. Почему? Потому что на самом деле у PyTorch и у NumPy у них очень-очень схожие функциональности. То есть все, что вы делаете на NumPy, вы в принципе можете делать и на PyTorch. Поэтому, там, в принципе, если вы когда-нибудь перейдете полностью на PyTorch, то вы сможете делать все, что вы делаете сейчас с NumPy. Ну, давайте вспомним. Значит, в NumPy мы можем генерировать случайные матрицы, элементы которых это какие-то случайные числа. Да? Для этого у NumPy есть подмодуль random, и там есть rand. И внутри мы задаем сейчас, а внутри мы задаем размер матрицы, то есть 5 на 3. И она заполняется какими-то случайными числами. Вот, пожалуйста, мы видим эту матрицу. Вопрос, а скорость плюс-минус у торчей NumPy одинаковая? Ну, сложно сказать. Я бы ожидал, что NumPy должен быть побыстрее. По одной простой причине, что PyTorch создавался для того, чтобы проводить дифференцирование. То есть вы можете записать любое сложное выражение, мы сегодня это будем с вами делать, и потом попросить посчитать любую производную от этого выражения. И для того, чтобы он это умел это делать, он там запоминает весь граф вычислений, ну и, соответственно, любые операции, связанные с вашим выражением, оно как-то влияет на этот граф вычислений. Это приводит к тому, что есть какие-то накладные расходы по вычислениям, по памяти, и это обязательно сказывается на скорость. У NumPy такой функциональности нет. Он не хранит никаких дополнительной информации о том, что вы делаете. Ну и, соответственно, у него нет этих накладных расходов, и, по идее, он должен работать чуть быстрее. Вот. В принципе, вы можете всегда сделать замер там, работы. Есть вот такая штучка, например, указываете здесь так, двойной процент, time, и вам вернется, сколько времени потребовалось там, для того, чтобы выполнить ячейку, все внутри ячейки. Вы можете сравнить одну и ту же операцию на NumPy PyTorch и получить честный замер там у вас на компьютере. Так, размер этой матрицы узнаем через a.shape, то есть через такой атрибут. В NumPy мы можем делать векторные и скалярные операции. Ну, например, добавить каждому элементу матрицы какой-нибудь скаляр. Да, добавили пятерку, вот, пожалуйста. Да, вот эта вот, кстати, функция rand, она заполняет случайными числами от 0 до 1. И это, кстати, есть в докстрингах. Докстринги, вот, да. Given shape. Да, вот, от 0 до 1, не включая единицу. Равномерное распределение. Так. Также мы можем проводить матричные вычисления, например, матричное умножение. То есть, например, матрицу А умножить на транспонированную матрицу. Для этого мы можем использовать оператор собаки вместо умножения. Так, получаем. Так, какая у нас матрица должна получиться, если матрицу 5 на 3 умножить на матрицу 3 на 5? Получается 5 на 5. Вроде все правильно. Мы можем делать усреднение по колонкам, да, то есть вот это строки, вот это колонки. Для этого мы берем нашу матрицу, точка средняя, и указываем, вдоль какой оси мы усредняем. У нас ось есть нулевая и ось есть первая. Нулевая ось по строкам, первая ось по колонкам. Минус первая – это типа последняя ось. В данном случае это единичка. Вот, пожалуйста. Получили среднее по колонкам. Сейчас. Среднее по колонкам. Что-то не вяжется, да?
А, все, я же смотрю не на ту матрицу. Я смотрю вот на эту почему-то. Все. Если посмотрим на вот эту матрицу, то вроде все вяжется, да. Вот у нас типа 5 строчек, и для каждой строчки мы получаем среднее по колонкам. 5 строчек, да. Пожалуйста. Так, мы можем менять размер, да, то есть, например, поскольку у нас было 5 на 3, у нас 15 элементов, мы можем попросить сделать shape там, 3, 3, там, 3 на 5, да, поменять. И посмотреть, давайте вот так сделаем. Вот такая матрица будет. Можем поставить 1 на 15, ну тогда сейчас reshape 1 на 15. Ну да, вот просто одна строчка с 15 колонками получилась. Важно, чтобы у вас такое же количество элементов в сумме получалось. Иначе будет ошибка. Ну типа я не могу сделать 2 на 15, потому что у меня только 15 элементов, а не 30. Так, вам здесь предлагают сделать разминочку, посчитать сумму квадратов натуральных чисел от 1 до 10 тысяч. Как бы вы это делали? Ну, вы можете назвать мне, что как бы вы решали, либо в чатике писать свои решения. Ну, наверное, можно задать вектор, в котором будут натуральные числа от 1 до 10 тысяч, потом возвести каждое число в квадрат и найти ой, не мин, а сумма. А как вектор вот это делаем? Ну, вы правильно говорите, да, вот как, что писать мне надо? Там, по-моему, NP-Array, и как-то там дальше я не помню, что внутри написать. Вроде бы Так, от 1 до 10 тысяч с шагом 1, что-то такое. кто нам подскажет? Погромче, пожалуйста. Apply long axis можно сделать и функцию туда квадрат ставить. Можно, как еще? Чуть попроще. О, так, sum, power, numpy, arrange. Да, вот в чатике прислали решение. Оно правильное, да. Но можно сделать чуть-чуть по-другому. Вот numpy range мы с вами возьмем. Тут только в numpy range нужно чуть-чуть внимательнее. Значит, смотрите, numpy range генерирует нам числа от первого, вот от одного. А чтобы сгенерировать, если мы укажем вот так, 10 тысяч, то он нам он нам не сделает само число 10 тысяч, то есть только 9999. А чтобы нам еще сделать 10 тысяч, нам нужно добавить вот единичку. Да? Давайте проверим. Ну, вроде все правильно. Потом вместо Можно же просто знак степени, по-моему, поставить, он тоже возведет. Вот еще одно решение через транспонирование. Тоже правильно, кстати, классно. Да, можно вот так квадрат возвести вот так вот. Степень, да, задается через две точки. И потом взять сумму. Вот так, сам. И все. И получим ответ. Так, погнали дальше. Похожие, аналогичные операции с похожим синтаксисом мы можем делать и в PyTorch. Например, чтобы сделать ту же самую случайную матрицу, мы берем torch, .rand и указываем размер матрицы. Точно такой же. Вот, пожалуйста. Обратите внимание, если раньше у нас был NumPy array, то есть тип, то сейчас тип поменялся. Сейчас это уже тензор. Размер тензора через shape, размер точно так же через функцию size, сложение, то есть к тензору добавить
Scalar точно так же. Матричное умножение. Здесь есть несколько вариантов. Можно делать точно так же, как в NumPy, через собаку. Можно через matmul, то есть matrix multiplication, где мы указываем одну матрицу и вторую матрицу. Да, да, кстати, вот матрица транспонированная выглядит, транспонирование выглядит здесь вот так. То есть в качестве аргументов мы подаем порядок осей. То есть сначала у тензора шла нулевая ось, потом первая. Нулевая – это строчки, первая – это колонки. А при транспонировании мы меняем оси местами. То есть сначала должна идти первая ось, а потом нулевая. Это может показаться странным, но вот мы, когда с вами будем проходить всякие картиночки, то, где будут трехмерные тензоры, вот там такое часто будет встречаться, и это уже будет там оправдано. Вот. Эту же операцию мы можем сделать через MM, то есть матрица, MM, другая матрица. Да, транспонирование, ну, самое-самое обычное, еще можно делать вот так. Но это именно для обычных матриц. Так. Обратите внимание, в NumPy это то же самое, что если вы укажете обычный оператор умножения, то вы получите не матричное перемножение, а поэлементное. Про это тоже нужно помнить. Когда-то оно нам может быть полезным, а когда-то нет. Усреднение по колонкам делается то же самое, та же самая команда min, но... Сейчас, минуточку. Только имейте в виду, что в NumPy мы писали вместо dim axis. То есть, ну, то есть в NumPy это оси, а в PyTorch они это называют размерностями, то есть dimensionами. Reshape можно делать как и в NumPy через reshape, а можно делать через view. Чаще всего делается через view. Ну, так исторически сложилось. Не знаю, может, потому что сначала было Vue, а потом Reshape. Ну, в общем, чаще всего Vue я видел. Так. Да. Ну и, собственно, да, Reshape чаще всего меняется на Vue. Axis меняется на Dimension. Да, и замена типа, да, в NumPy это asType, в PyTorch это просто type, ну и список типов, ну, их название тоже немножечко меняется, но с этим мы будем с вами знакомиться уже по ходу. Вопрос, идет вопрос из чата, сейчас давайте его разберем. Значит, у нас вот есть матрица X, так. У нас есть, значит, вы говорите, вот это, да, и вы говорите, что вот это должно совпадать вот с этим. Да, совпадает. Транспоз 0,1. Ну, давайте почитаем, а что они пишут. Как ее раскрыто? Не раскрывается. Сейчас сделаем тогда по-другому. PyTorch Transpose. Так. Input понятно. Dim1. А, вот, да, the given dimensions D0 и D1 are swapped. А, окей, то есть здесь мы просто, да, порядок не очень важен, мы просто их свопаем. А вот во Vue там уже именно порядок. Не, не во Vue, а... А, ну да, во Vue, когда мы делаем reshape, там, там уже свопа нет, там нужно указывать, да. Good.
Так. Ну, давайте попробуем с вами повторить то же самое упражнение. Шорткат. А, докстринги, как вызывать? Я вызываю через Shift Tab. Ну, а тут уже как оно отрисуется в клаве. Shift Tab. Так, что здесь будем писать, как думаете? Наверное, Torch. Варианты. Ну, по-моему, тогда там ранд что-то. А нам же сумму чисел конкретных, не ранд. А, не ранд. Но вы правы, там, скорее всего, то же самое. Arrange, давайте попробуем. А, так, единица и вот так. Так, вроде, да, вот так. Потом квадрат. Так, и сумму. Ой. Вот так. И... Вот, пожалуйста. А нам обязательно скобочки ставить перед суммой? Можно же, наверное, или... Давайте проверим. Но тут, по идее, в данном случае сумма вызывается от двойки. А. А у двойки нету такой функции. Поэтому скобочка нужна, чтобы показать, что сумма берется от вот этого объекта, который получился в результате вот этой операции. Угу. Вот. Но в любом случае, если вы не уверены в последовательности там операции, лучше поставьте скобочки. Зато будете уверены, что все будет выполняться в нужном порядке. Так, еще нам нужно узнать, как в PyTorch мы можем создавать тензоры свои, потому что там часто это нам понадобится. Можем создавать пустые тензоры нужного размера, например, матрицу 5 на 3, ну или тензор 5 на 3, просто пустой. То, что мы видим какие-то числа, это ну, просто то, что записано в памяти. Вот, ну, там же у нас память в компьютере не пустая, а там всегда что-то, какой-то мусор лежит. И вот так выглядит этот мусор. Но его можно заменять, как мы хотим. Случайный тензор от 0 до 1 через rand, это мы уже с вами видели. Можем явно... Да, тензор из нулей, пожалуйста, через zeros. Такой же есть в NumPy. Тензор... Да, если у нас есть... А как объект Tensor в памяти хранится? Ну как? Ну тут... Может, я вам не смогу дать прямо на 100% правильный ответ, но я думаю, что хранится так же, как и почти все остальное в компьютерах. То есть ну, для каждого числа есть своя ячейка памяти. Тензор хранится там, в виде вот этого набора ячеек памяти, которые там связаны с собой и т.д. и т.п. Вот. Ну, сейчас у нас все хранится на ЦПУ. Вот так. Если вы хотите создать просто какой-то список, да, или у вас есть NumPy array, и вы хотите перевести его в тензор, вы просто вызываете torch tensor. То есть эта команда переводит там, список либо NumPy array в PyTorchовый тензор. Так. Так. Еще один тензор из единичек. X new ones.
И вот еще иногда нам может пригодиться, это такое не очень уже популярная штука, ну, обычно, это когда у вас есть какой-то тензор, и вы хотите создать тензор точно такого же размера, но, например, из единичек. Или, например, случайный, в данном случае случайный. Вы говорите, создай мне, пожалуйста, рандомный тензор, размер у которого такой же, как у вот этого моего тензора. Random like. Вот, пожалуйста. То есть вам не нужно париться по поводу размера. Теперь создадим два тензора XY. Вот он X, вот он Y. Сложение, ну, как и обычно, можно еще через add. Правда, я не помню, что кто-то так пользовался. Обычно так не делают. Можно еще вот так делать. То есть output указывать внутри скобочек, а не как результат выполнения. Потом мы можем добавить дополнительное измерение, unsqueeze, в нулевую ось. То есть у нас было 5 на 3, мы добавили еще нулевую ось. Ну и все просто. А выглядит это. Давайте я вот покажу, как это выглядит. А выглядит это просто, как будто бы у нас появились вот эти дополнительные скобочки вот здесь, и все. Зачем это нужно? Это нужно обычно в картинках и в текстах, где у нас трехмерные тензоры. Это уже, когда дойдем до них, там побалуемся. Вот. Так, ну давайте попробуем вот это сделать, да, то есть добавить еще. Unsqueeze, unsqueeze, у нас появилась еще одна скобочка, потом мы сделаем squeeze, это мы убираем нулевую ось, вот эта скобочка уже исчезла, ну и смотрим на size. Вот. Если я уберу вот это, то вот, unsqueeze, unsqueeze, размер. Теперь сквиз. То есть сквиз это обратная операция, она убирает вот эту лишнюю ось, лишнюю размерность. Да, если убрать все единичные измерения, то вот, пожалуйста, просто сквиз без аргумента, с пустым аргументом. Так. Ага. Да, операции не меняя тензор создают копию. Окей. Операции с нижним подчеркиванием меняют сам тензор. Ну, хорошо. Да, ну типа мы вот взяли x, добавили новую размерность, а сам x от этого не поменялся, да? А здесь мы взяли x, добавили новую размерность, но с нижним подчеркиванием, и вот, пожалуйста, мы видим, как поменялся сам x. Окей. Так. Так, ну, срезы понятно. Единичная матрица, единичная матрица. Да, мы можем их сравнить. Да, если мы хотим тензор перевести в NumPy-овский array, мы берем этот тензор и используем функцию .numpy. И теперь у нас два numpy-овских. Мы можем потом их сравнивать, например. Да, если мы хотим взять все наблюдения по первой, вдоль первой оси, нулевой оси, но в первой колонке, ну, то есть это фактически взять все наблюдения в первой колонке, то мы делаем вот так. Ну, вот я не знаю, давайте вам покажу. Наверное, вы это знаете. Вот у меня А. А, блин, она же единичка. Давайте. Ну ладно. Так сделаем.
Не так. Так, давайте не так. NumPy. А давайте что-то я. Пусть будет тензор. X event. Вот. И если я хочу взять только первую колонку, то я говорю, сейчас проверим, вот так, да? Первая колонка. Вот. Вот значение, вот значение, вот значение, да. То есть я говорю, возьми мне все наблюдения вдоль нулевой оси, но только из первой вот колонки, пожалуйста. Индекс по второй оси. Если я хочу взять первую строку, то я беру индекс первой строки, ну, нулевая, первая, а здесь говорю, возьми мне все колонки. Вот, пожалуйста. All close отличается от numpy close только применимым типом данных. Так, а где у нас? Так, что-то я опять once. Сейчас вернем. Once, там мы удалим. Сейчас, минуточку. Так, здесь работает. Torch from NumPy работает. Окей. Ну, вообще, да. Ну, например, вопрос в чате. А Torch all close отличается от NumPy all close только принимаем типом данных? Ну, вообще, да. Ну, давайте вообще проверим. А есть там такой Torch all... Точка. Точка. All... Input other tensor, да, он должен принимать только tensor, он другое не принимает. Окей. Так, и теперь дальше А мы. можно вопросик задать? В Да. чате был его, ну, как-то не рассмотрели. А что такое тензор вообще концептуально? Это просто эквивалент матрицы, который называется по-другому, или как это А, понять? вот, начинается. Хорошо. Да, спасибо за вопрос. Вообще, тензор – это математический термин. Вы, наверное, его слышали где-нибудь на матане, либо линейной алгебре. Честно говоря, не припомню совсем, чтобы. Окей, хорошо. Значит, есть четыре эволюции покемонов. Первые покемоны – это скаляры. Это обычные числа. Да? 1, 2, 3, 4. Дальше по эволюции идут вектора. Ну, давайте я так, сейчас я вот ставлю вот сюда. Значит, сначала идут скаляры, да? Ну, например, вот А, просто какое-то число, какая-то переменная. Потом идут вектора. Это вектора обычно записывают в виде колонок, там, да? А1, А2, А3. Потом идут матрицы. Это уже двумерные структуры, то есть это такие таблички типа А1,1, А1,2, там А2,1, А2,2, А3,1, А3,2. И завершает цепочку эволюции тензор. Тензор это уже многомерный объект, то есть это матрица, там, она может быть трехмерной, четырехмерной, как угодно. Ну, например, трехмерный тензор, да, это когда у вас есть вот эта вот матрица, да. Там, например, А1,1, А1,2, А2,1, А2,2. Вот. Но у вас таких матриц несколько. То есть у вас вот есть дополнительная ось, где идет еще матрица.
Еще Ну, то можно. есть типа вектор из матриц. Типа да. Вот. Ну ладно, то есть тензор это просто новое измерение для матриц. Да, да. Но этих измерений может, в общем случае, этих измерений может быть уже больше. То есть, если я запишу размерности, да, то вот тут у меня размерность будет, ну, просто один. Вот здесь у меня будет размерность 3 на 1. Ну, потому что 3 строчки, одна колонка. Здесь у меня будет размерность 3 на 2. То есть, да. То есть вот уже второе число может быть не единичкой. В векторе второе число всегда единица. А в тензоре у нас размер будет вот здесь, например, он может быть, ну, например, 3 на 2 на 2. То есть у нас как бы три матрицы размером 2 на 2. Вот. Но в целом у нас может быть любое количество измерений. У нас может быть, например, 4 на 3 на 2 на 2. То есть, типа, у нас 4 тензора размером 3 на 2 на 2. Да? То есть, тут вот этих уже измерений в тензорах может быть вот сколько угодно, сколько мы хотим. Но в машинном обучении, например, картинки представляются в виде трехмерных тензоров, потому что вот матрица отвечает за пиксели, а вот эта дополнительная ось, она отвечает за цвета, потому что каждый цвет представляется отдельной матрицей. Ну, вам еще на лекциях расскажут. А мы на семинарах еще иногда будем четырехмерными тензорами пользоваться, где дополнительные измерения — это типа вот количество объектов в одном батче. Ну, пятимерных уже, наверное, я не помню, наверное, у нас не будет такого. Вот. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста. Так, а я могу так быстренько все отменить. Окей. Дальше мы переходим к градиентному, градиентам пока что. Так, скачаем данные, прочитаем через Pandas и вернем. Ну, давайте посмотрим, что это. Вот такие у нас данные. Давайте их еще выведем явно. Фигакс, это какой-то один вектор, да? И таргет. Давайте я попрошу вот так сделать, чтобы немного было. Так, и ну, типа последнюю фичу берем. И таргет — это тоже какой-то вектор. Окей. Вот так выглядят наши данные. Так. Вот, в PyTorch, когда мы создаем тензор, мы можем указать флажочек, будем ли мы по нему брать градиент, либо нет. Мы посмотрим, как это работает. Этот флажочек называется requires grad. Если requires grad равно true, то мы говорим PyTorch, что нужно следить за этим тензором, как мы его используем при вычислении всех функций, для того, чтобы он как бы запоминал вычислительный граф и смог взять по нему потом производную. Если же этот тензор false, то Torch не будет за ним следить, он будет следить, что это просто какая-то константа, и все, по которой там дифференцировать не нужно. Вот. А сам градиент, ну, саму производную, мы будем вызывать через функцию .grad, где все это хранится. Так, ну давайте посмотрим, как это работает. Значит, наша задача будет с вами реализовать простую линейную регрессию. Да, кстати, про линейные регрессии. Помните, что это такое? Как считаются градиенты, от чего они считаются? Помните? Огонь, вообще. Вот.
Значит, ну да, хорошо. Значит, у нас моделька вот такая. У нас есть x, у нас есть y, да, вот как на картинке. Вот это x, вот это y. Мы будем искать линейную зависимость, то есть w. Это какой-то скаляр, да, это просто какое-то число, не вектор, умножить на x плюс b, тоже какой-то скаляр. И вот мы создаем, да, и нам вот эти w и b нужно найти, это наши параметры модели. Вот мы создаем эти параметры и инициализируем их какими-то случайными значениями. То есть вот random, размерность 1. И поскольку нам нужно будет его находить, а находить мы будем градиентным спуском, то нам нужно будет уметь считать градиент по этим параметрам. То есть requires градиент, указываем true. Иксы. Иксы. Мы берем наш x, то есть последнюю колонку в дате, делим на максимальное значение, ну это как бы нормировка, указываем тип. Обычно это float 32. И делаем из этого тензор. То же самое повторяем для y. Берем наш таргет, указываем тип, делаем тензор. Обратите внимание, здесь мы не указываем requires grad, потому что нам этот градиент не нужен, а по умолчанию он здесь стоит false. Вот он, видите? Здесь есть тоже этот флажок, но он стоит false. Вот. И градиент мы, все, мы их создали, и теперь для вот этих вот величин, по которым мы следим за градиентом, мы можем вызывать этот градиент через точку grad. И сейчас этот градиент, он должен быть равен нану, потому что он пока еще не посчитан. Выведем размеры иксов и игреков, да, это вектор размером 506. Прогнозы мы делаем вот так, да, просто получаем какой-то прогноз. Давайте сделаем. Пока что этот прогноз неправильный, потому что веса W и B у нас просто какие-то случайные числа. Ну, какой-то прогноз. Мы считаем функцию потерь. Функция потерь это средняя квадратичная ошибка. То есть backward. Сейчас расскажу. Y, то есть наш прогноз мы отнимаем от истинного значения, берем квадрат и усредняем. Вот это наша функция потерь. Вот. А теперь все, функцию мы посчитали, и теперь нам нужно посчитать производные у этой функции потерь по всем переменным, для которых у нас есть вот этот флажок requires grad true. Для этого мы вызываем метод backward. Вот. Почему так называется? Потому что в PyTorch философия такая, что вот когда мы считаем нашу функцию, вот сначала вот это посчитали, потом вот это посчитали, это forward pass. Да? То есть мы ну, как бы прошли в прямом направлении. А для того, чтобы посчитать теперь все градиенты, нам нужно идти в обратном направлении, и это называется backward. Это на самом деле идет из того, как обучаются нейронные сети. Вам же уже рассказали, что такое backpropagation, да? Рассказывали? Backpropagation в обучении нейронных сетей. Так вот, да. И вот там вам говорили, что когда мы берем иксы, подаем на вход нейронки и получаем игреки, прогноз, это называется forward pass. А когда мы считаем производные, да, ну, градиенты во время обучения сети, это называется backward pass, backpropagation. Вот отсюда идет философия вот этих названий. Поэтому, чтобы посчитать производные, нам нужно вызывать от нашей функции функцию backward. Вот, мы ее вызвали, производные у нас теперь сохранились, и теперь мы можем вывести вот эти рассчитанные градиенты. Вот, пожалуйста, градиент функции, то есть вот это вот на самом деле, вот это вот W,
Град – это не что иное, как производная нашего лосса, частная, по DW. А B точка град – это не что иное, как частная производная от лосса по нашему параметру B. И вот они чему равны. Так. Так, почему не другие? 13:40. Да, я что-то не туда посмотрел. Да, соответственно, если мы хотим узнать само значение W, мы вызываем wData. Это само значение W. А если мы хотим узнать градиент нашей функции потерь, вот этой loss, от W, то мы вызываем W-градиент. Вот. То есть как это работает, получается, когда мы создаем какой-то тензор, ну, с W, например, и мы прописываем requires grad, это подразумевается, что мы в дальнейшем будем считать, что это параметр. И Да. потом мы, ну, так вот мы несколько создали, засунули в какую-то функцию, в нашем случае loss, получается. И потом, когда мы пишем loss backward, то тогда он автоматически считает градиенты по всем параметрам, которые мы изначально задали. Все так происходит. Правильно, да. Спасибо. Так, тут вопрос в чате. А если производная не была бы константой, какой был бы вывод? Ну, производная у нас никогда не константа. Единственное, что мы, когда считаем производную, мы ее считаем в какой-то точке. То есть вот тут на самом деле вот эта производная, это же тоже какая-то функция. И вот здесь при условии вот этого W и вот этого B, которое мы в самом начале определили. И вот здесь тоже вот эта функция loss, это какая-то функция от W и B. То есть это W град – это градиент лосса в данной точке. Вот в данной точке по W и B он равен вот такому-то числу. Это вот вы про это имеете в виду? Или что-то под... Или я неправильно понял ваш вопрос? Мы вычисляем в точке. Ну, у нас лосс зависит от W, от B, от X и от Y. X и Y у нас не меняются, да, вот они, вот какие вот мы в данных взяли, вот такие они есть. А W и B, мы их случайным образом взяли, и вот они равны. Вот сейчас мы можем посмотреть. Значит, не просто W вывести и B вывести. Вот. То есть мы считаем, то есть эти производные, эти градиенты, они вычисляются в точках X, Y, вот этот W, вот этот B. Вот в такой точке. Это понятно? Или как-то нужно еще раз объяснить? Ну, наверное, понятно. Хорошо. Так. Ну и теперь нам нужно с вами, собственно, реализовать градиентный спуск. Напоминаю, что градиентный спуск, он как записывается? Что у нас есть... Давайте я вот так сделаю. Градиентный спуск. Значит, W на итерации k плюс 1, это есть W текущий минус какой-то шаг обучения это умножить на градиент нашего лосса
по DW на, ну да, при текущих давайте чуть-чуть перепишу вот так вот. Так. Плюс один. Вот так. Ну а Б. Обычно точно такой же шаг. На ДБ. Вот, и мы повторяем вот эту процедуру несколько раз, пока не сойдемся. Вот мы ее будем повторять ровно 300 раз. Берем наш прогноз, считаем функцию потерь и считаем градиенты. Так. Дальше шаг обучения, вот это еще learning rate, будет равен 500. Мы умножаем наши градиенты на вот эти 5 сотых и отнимаем от значения наших W. Вот ровно по вот этим вот формулам. Для W и для B. Вот они. Дальше, да, есть у торча еще одна особенность, что после того, как мы все посчитали, нам нужно обнулить градиенты. Вот. Чтобы они не накапливались. То есть, если мы их не обнулим, то градиенты будут просто суммироваться, и ну, это нам не надо. Это такая особенность у PyTorch, ну, ничего не поделаешь. И дальше мы будем с вами через каждые 5 итераций мы будем рисовать картинку вот этого процесса, как он будет выглядеть. Давайте запустим и посмотрим. Вот как у нас во время градиентного спуска меняется наклон нашей линии. А здесь показывается еще, как уменьшается лосс. То есть с каждым шагом градиентного спуска W и B становятся все ближе и ближе к тому, что нам нужно. Ну вот у нас уже закончилось вычисление. Ну вот как-то оно пришло сюда. Мы можем поиграться с этим, ну, например, взять больше итераций. Да, оно начало с предыдущего момента, потому что мы использовали те же... Не с нуля начали, короче. Ну вот мы видим, что с течением времени лосс все меньше и меньше меняется. То есть он все еще уменьшается, но с каждой итерацией все меньше, меньше и меньше. Это нормально. Ну, у меня складывается иллюзия, что точки двигаются, но на самом деле... Это иллюзия. Ну вот, ну, скорее всего, вот примерно где-то так оно и останется. Давайте это... Так, где у меня здесь... А, вот так сделаем. Вот. Можно еще увидеть всякие эффекты от Learning Crate. Допустим, мы его увеличим в 10 раз. Да, и давайте вот начнем вот отсюда, то есть заново инициализируем все. И перезапустим. Ну, кажется, что просто быстрее сошлось, и все хорошо. Наверное, можно остановить. А давайте теперь возьмем еще в 10 раз больше. Так, все, машина, давай, хватит. И заново запустим с самого-самого начала. И все, видите, все испортилось практически сразу. Ушло в наны. Линия куда-то уехала, непонятно куда, все сломалось.
Это из-за того, что вот этот вот шаг обучения стал слишком большим. Так, ну это просто игрушка. Давайте там запустим ее последний раз с правильными значениями, и пусть оно так и остается. Так. И теперь мы с вами перед... Так, вопросы здесь есть по градиентам, по градиентному спуску? А почему нам все время надо было веса занулять? Вы сказали, что это особенность торча. А Не почему? веса занулять, а Не веса, а градиент. градиента, да, градиента. А почему? Потому что они по умолчанию накапливаются, они суммируются. А нам это не надо. Нам нужно в каждый момент времени считать заново. Ну, градиент в данной точке, а не их сумму по всем предыдущим. Потому что, ну, как бы, если не занулять, то PyTorch ничего не стирает, он просто прибавляет к старому градиенту новый. Вот так вот, как-то. Поэтому мы всегда за нуля. Еще вопросы? Нету. Окей. Так, хорошо. Теперь будем с вами про нейронки говорить. Да, вот здесь много кода. Строчек много, но они не страшны. Значит, для того, чтобы запустить нашу первую нейронку, нам нужно разобраться в трех вещах. Первое, как подготовить наши данные, разбить их на батчи и как их подавать на подсети. Второе, как мы задаем вообще архитектуру нашей нейронной сети. Там нейронные слои, количество нейронов в каждом слое и так далее. И второе, собственно, обучить нашу нейронную сеть и отслеживать метрики качества, функции потерь. Значит, мы с вами будем для каждого датасета, которым мы будем пользоваться, мы будем создавать свой класс для работы с этим датасетом в PyTorch, ну, в торче, в PyTorch. У этого класса должно быть три метода. Init — это, ну, собственно, конструктор класса, который создает все необходимые поля. Len — это информация о том, сколько объектов у нас в датасете. И getItem — это метод, который по индексу будет возвращать нам, собственно, batch, то есть sample и target по нему. Просто sample. Ну, собственно, давайте распишем такой класс. Вот у нас есть какой-то случайный датасет. Мы в конструктор подаем x, y, сохраняем их. Метод len будет возвращать нам количество наших объектов, а getItem будет принимать на вход индекс и возвращать нам x по индексу и y по индексу в виде такого списка. Не списка, а словаря. Да, но давайте создадим случайный x, случайный y. Теперь создадим наш датасет, random датасет с x и y. Ну и попросим его вернуть нам x и y с индексом единичка. Вот, пожалуйста, как они выглядят. Дальше, чтобы продолжить с ним работать, мы должны перевести его в специальный тип, который называется DataLoader. Для этого мы берем torch utils data DataLoader, подаем ему на вход наш датасет, вот этот вот random датасет, и указываем, какой у нас будет размер бача, то есть сколько элементов нашего датасета мы будем возвращать за одну итерацию. Ну и назовем этот объект DataLoader. И вот если мы теперь проитерируемся по DataLoader и попросим его вернуть нам кусочек информации, он нам вернет целый батч, то есть 4 икса и 4 игрека.
Вот здесь вопросики есть? Нету. Окей. Это мы разобрались с первым. Как мы вообще в PyTorch работаем с данными? Да, что у них есть свой какой-то формат. Дальше, как создаем нейронную сеть? Вот. Есть несколько способов. Значит, вот есть такой способ через класс. Когда мы создаем класс, специальный класс для нашей модели, он наследуется от NN-модуль. NN — это подмодуль PyTorch. Мы его импортировали в самом-самом верху. В конструкторе мы, собственно, создаем слои, которые нам нужны, там сверточные, полносвязные. И потом обязательно у нас должен быть метод forward. Да, то есть у нас обязательно init и обязательно forward, который на вход принимает иксы, и на выходе выдает нам, собственно, прогноз нашей модельки. Да? То есть мы берем иксы, пропускаем через все наши слои со всеми функциями активации. Вот это вот все, что нам нужно. И главное, чтобы он нам вернул прогноз нашей нейронной сети. Вот и все. Есть более. Мы вот этим способом будем часто пользоваться на следующих семинарах. На этом семинаре нам там, мы можем воспользоваться более простой функцией, которая называется NN-sequential. То есть мы берем модель, равно NN-sequential, тем самым мы создаем пустую нейронную сеть, в которой пока нет никаких слоев. И дальше через model.addModule мы будем добавлять нейронные слои. Значит, первый слой у нас линейный, который принимает на вход 5 значений. 5, потому что у нас x пятимерный. Вот он. 0, 1, 2, 3, 4. И у которого будет содержать 30 скрытых нейронов. Потом вторым слоем у нас идет функция активации ReLU. Потом третьим слоем у нас идет еще один линейный слой, который берет на вход 30 выходов предыдущего слоя и возвращает нам один выход, то есть один прогноз. Y у нас потому что одномерный. Все. Модель наша собрана. То же самое мы можем сделать, собственно, напрямую в NN-sequential, просто вот такой вот комбинацией. Любой из этих двух способов годится. Все, и теперь модель у нас есть. И чтобы получить прогноз, мы берем модель и просто в скобочках подаем наш x. Batch sample — это вот он, batch, который мы выше смотрели. Batch sample — это получается вот этот тензор. Вот этот тензор мы подаем на вход. И получаем прогноз нашей сети. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот какой-то прогноз с теми весами, которые случайным образом инициализировались при создании этой сети. Какие-то случайные веса пока что. Все, мы научились создавать нейронные сети простые. Вопросы здесь есть? Нету. Хорошо, идем дальше. Теперь, собственно, обучим нашу нейронку. Для этого мы возьмем MNIST Dataset. Он есть вот TorchVision Dataset MNIST. TorchVision мы импортируем сам вверху. Указываем путь, куда сохранять. Говорим, что это трейновая выборка. Загружаем его. И сразу преобразуем его в PyTorch Tensor. Мы часто будем пользоваться этим датасетом, и вот именно вот таким образом. И также для валидации то же самое. Скачаем MNIST, указываем, что это уже не train, а все остальное то же самое. Дальше вот у нас есть один датасет, второй датасет. Создаем data loader, как мы делали выше.
подаем mnist train, то есть это train data loader, размер бача 4, перемешаем. Ну, нам workers это во сколько потоков мы будем читать. Нам достаточно одного, потому что маленький датасет. И аналогично мы делаем для валидации. То есть data loader, mnist val, такой же размер бача. Можно не перемешивать, можно перемешивать, это уже не суть. Все, data loader у нас готово. Да, вот уже готово. Можем нарисовать сколько-то там чисел. Ну вот нулевую и единичную цифру из датасета. Вот так они выглядят. Создаем нашу нейронную сеть какую-то. Flatten — это слой, который нашу картинку размером 28 на 28, такой у нас размер картинок, превращает в вектор, ну, вытягивает вектор, то есть размером 28 на 28, либо 784. Потом мы берем, пропускаем это все через линейный слой, который принимает на вход все наши 784 входа. В этом слое 128 нейронов, функция ReLU, снова линейный слой, который принимает на вход 128 выходов предыдущего слоя и предсказывает нам 10 классов, да, потому что мы будем предсказывать цифры от 0 до 9. Это мы создали модель. Дальше мы определяем оптимизатор, с помощью которого мы будем запускать градиентный спуск. Для этого есть Torch, оптимизатор, и тут SGD. Это Stochastic Gradient Descent. Стохастический градиентный спуск. В качестве аргументов мы передаем параметры нашей модели. То есть вот наша модель и ее все параметры, которые есть в наших нейронах. И указываем learning rate. Все, оптимизатор есть. Тут мы можем посмотреть матрицы параметров, то есть это все веса нашей нейронной сети. Вот этот model, named parameters, вот это все. Так, дальше вам показывают, как использовать 1DB. Сейчас разберемся. Сейчас он поставится. Поставили. Логинимся. Так, логин into 1DB. You can find your IP key at Azurice. Ну, допустим. Копируем. Так, и вставляем сюда. Все у нас есть. Инициализируем это, просто можете запомнить, как это делается. Так, здесь у нас что? View run add. Вот тут будем смотреть. Дальше, да, и вот тут дальше нам нужно определить, на каком девайсе, на CPU либо на GPU мы будем запускать. Проверяем, что у нас доступно. Давайте выведем потом. Данном случае нам доступна GPU, будем пользоваться ее. Да, чтобы передать данные на какой-то девайс, мы указываем флажочек девайс равно девайс. Все, то есть вот этот X, он у нас, мы его отправили на GPU. Вот он лежит на CUDE. А для того, чтобы нам обучать модельку на GPU, мы говорим модель to на наш девайс, на GPU. Все, теперь она там. Ну и в конце мы обучаем 5 эпох нашу модельку. То есть мы берем наш Train Data Loader. В for-цикле мы получаем для него целый батч, то есть батч, который содержит 4 икса и 4 игрека. Мы берем наши иксы, тоже их отправляем на нужный нам девайс, там, где и нейронка, и пропускаем эти иксы через нашу модель. На выходе мы получаем прогноз нашей модели.
Поскольку у нас задача классификации, то мы берем прогнозы, берем ответы тоже на нужном девайсе и считаем нашу функцию потерь, кросс-энтропию. Вот наша функция loss. Дальше мы считаем градиенты через функцию backward, то есть градиенты по всем весам нашей нейронной сети. А дальше мы вызываем оптимизатор, который мы указали выше. Вот тут. И говорим, сделай нам один шаг градиентного спуска. То есть он за нас обновит все веса нейронной сети. Обновили. И потом говорим оптимизатору, а теперь, пожалуйста, занули нам все градиенты. Да? Чтобы они не накапливались. Вот и все. Вот весь обучение, вот и все обучение нашей нейронной сети. А дальше идет просто код картиночек для отрисовки. Вот мы сейчас запускаем. И вот, пожалуйста, пошла первая эпоха. То есть это вот первая эпоха во внешнем цикле. Вроде бы даже здесь мы сможем увидеть графики. Да, вот, пожалуйста. Мы запустили обучение, и вот здесь, по идее, должны будут появляться какая-то статистика обучения. У нас тут есть? Ну, что-то пока ничего нет. Ладно. Ну, да, вот, пожалуйста, значение функции потерь, значение точности прогноза после первой эпохи. И вот так вот будет до тех пор, пока все эпохи не закончатся. Вот так мы будем обучать нейронные сети. Вопросы здесь есть? Вопросов нет. Тогда на этом у нас все. Да, спасибо, что подключились. Всем хорошего вечера и всем пока. Спасибо, до свидания. До свидания.